Помогали сочинять мне это стихотворение знаменитые британские рок-музыканты. Крис Ри со своей знаменитой песней «Road to Hell», то есть «Дорога в ад». И группа Genesis со своей не менее знаменитой песней «Another Day in Paradise», или по-русски «Еще один день в раю». Стихотворение называется «Каждый день вечером». Каждый день вечером поем «Road to Hell», а по утрам «Another Day in Paradise». Всегда покаяться хотим на опохмел, а вечером, забыв про все, опять включаем драйв. И так всю жизнь, из рая в ад, из ада в рай. Когда же кончится вся эта карусель? Когда закончится этот шалтай-болтай? Неужто только там, где точно будем все? Хоть там, надеюсь, нам болтаться не дадут. Там, говорят, нас всех конкретно разместят. Но большинство прокладывают сами свой маршрут. Кто-то всей жизнью прямо в рай, а кто-то в ад. Кто не уверенно по жизни этой шел, кто не решился, какой выбрать ему путь, рассортирует там, на месте, святой Петр. За них решение он примет как-нибудь. Но только тех, кто не решился кем-то стать на этой грешной, но и праведной земле, архангел не пускает в рай, и даже в ад их черти не берут. Опять они ни там, ни здесь, нигде. В преддверии ада остаются навсегда, кто не решился в малодушии своем ни плюсом стать и даже минусом не стать, кто жизнь потратил, чтобы остаться лишь нулем. Очень не хочется мне быть среди таких, поэтому всю жизнь решительно я шел. А Петр пусть решит, для рая сочиняю я стихи или для ада я играю рок-н-ролл.